Друзья, посмотрим. Ветеран Александр Фриц против юного атакующего Евгения Ротаря. Мимо слева. 2-2 по сетам. СК «Восток». Здесь тоже спарринг юный атакующий против опытного ветерана. Ух ты, затопсил уже, молодец. Это у нас турнирщик СК «Восток», посвященный Дню Победы. Подарок. Так, Хурикан 8 и Хурикан 3 против у юного бигдиперы. Ой, бигдиперы, какие бигдиперы. Эти баттерфляи у него, дигниксы. 0-5. Так, 4-2. 4-2 впереди ветеран. Да, мощно слева бросал. Немножко вращал. Жека топсил, вернее, блочил. Выходит, но мимо. 2-6. Не переходят. Это убой. Так, 6-4. Подача Александр Фриц. Красный у него. Красный 8-й хурикан. Пустая, пустейшая подача. 5-7. Выходит, топсит на стол. Второй улетает. Так, это что у них? 9-5. 2-2 по сетам. Вращение подачи было. Ошибается. На опыте ветеран подачи. Хорош. Потопсил. 6-10. Так, 6-10. Так, победа. Ветеран 3-2 в борьбе. Молодцы, красивый теннис.